Итак, господа, это финальный бой чемпионата России по ММА 2019 года. Это легкий вес, весовая категория 70,3 килограмма. Спортсмен в синем углу. Ему 24 года, рост 169 сантиметров. Он представляет город-герой Москва. Приветствуйте, Мурат Умачиев! И его соперник проснул. Ему 22 года, рост 167 сантиметров. Он представляет Приволжский федеральный округ. Приветствуйте, Саламат Избулаев! Рефери поединка Армен Гулян, Московская область. Бойцы, правила знаем, наблюдаем. Напоминаю, затылок на столб не бьем, локтями не работаем, коленями работаем только в корпус. Это финал, покажите красивый честный бой. Пожали руки. Угла.
Тройку классику! Вот ее! Вот ее!
Для награждения приглашается директор благотворительного фонда содействия патриотическому развитию общества, лидер Рустам Салимшин, а также почетный президент Союза ММА России Федор Емельяненко. Уважаемые поклонники смешанных боевых единоборств, в этом поединке по итогам трех раундов одержал победу и стал чемпионом страны по ММА в весовой категории 70,3 килограмма в 2019 году. Единогласным решением судей Мурат Умачиев! Москва! За второе место в чемпионате России по ММА 2019 года весовой категории 70,3 килограмма награждается спортсмен из Приволжского федерального округа Саламат Избулаев. И мы честно поздравляем чемпиона России по ММА в легком весе. Им стал спортсмен из Москвы Мурат Умачиев. Центр зала, можно вас попросить, чемпион России? Центр, центр. Общие фото, прошу вас.
Мы поздравляем.